собственно, миссию прошли. Погнали, следующую пройдем сразу. Подлиннее. Опа. Аджай, Пол вышел из игры. И его крепость Варшакот уязвима. На твоем месте, брат, я бы этим воспользовался. Воспользовался бы. Так, ну что, собственно. Поехали сгонять сюда вышки. Давай, что вышки не активировали, да? Недавно я был в Америке. Разыскал могилу Ишвари. Но не смог навестить ее после всего, что было. Когда близкие умирают, ты сожалеешь обо всех мелких ссорах. Я был там с Деплером, точнее, Полом Харманом. Он пригласил меня домой, познакомил со своей семьей. Знаешь, он преданный муж и заботливый отец. Я завидовал ему белой завистью. Мы отправились в школу его дочери. У них там был отчетный концерт, где выступала его дорогая Эшли. Светоч его жизни. В глазах Пола стояли слезы гордости. И я подумал, а что если бы я поехал за Ишвари? Если бы это ты... Запинаясь, барабанил по клавишам, а я прижимал к мокрым глазам камеру, боясь упустить момент. Я тебя грохну! Запоздалые сожаления, Аджай. Самые горькие. Моя душа скажет... Ну он к нам обращается, типа? Опа, да, прочитаем. Внимание, опасно для жизни. Пейганми напоминает, что колокольня Кирата официально закрыта для посещения в связи с многочисленными нарушениями правил обеспечения здоровья и безопасности. Чтобы защитить вас и предотвратить несчастный случай, Пейган приказывает всем держаться подальше от этих опасных пережитков древнего мракобесия. Да зарит вас свет Пейгана, Министерство общественных дел и социальной гармонии. Опа, вот это мне очень нужно. Неплохо. Так, ну, let's go, собственно. Let's go, let's go, let's go. А, у нас остался с тобой пистолет, так, ну, есть калаш, но калашом пользовался только там. Что было необходимо, грубо говоря. Вот, можно было, конечно, с слонобоем побегать, но с калашом побыстрее было бы, это было необходимо, реально. Для миссии самой. Что она такая тушновата была, реально. Вот, а так, тут с пистом, почему бы нет. Ебать их. Понял. Чё их так много-то тут? Блять, тихо, тихо, тихо. Иди на рок. Ребята, я сейчас телепортнусь, вы чё? Я сейчас телепортнусь, не переживайте. Идите в пизду. Да иди ты, что ты там говоришь-то? Калякай что-то, бла-бла-бла, блин. Так, вот у нас с тобой теперь что есть. Так, а здесь что у нас?
Пусть будет так. Так. Давай с тобой сейчас быстренько, ну, всем закупимся, да? И что у нас добавилось? Погнали взглянем вот на этот указатель. Эти мне интересно, что это? Быстрее и опаснее. Да что ты говоришь? Что ты говоришь? Правда? Погнали взглянем, посмотрим, что это такое. Интересно, что это вообще? Вопросик мы поняли, типа доп. Задания какие-то дают тебе. Для накопления денег и тому подобное, каких-то ресурсов даже, опыта. Вот, а интересно, что это за вопросик. Ой, за вопросик, за вот это, ну, метка. И для чего нам сюда? А для чего нам сюда? Это типа то, что мы с тобой выполнили? Странным, странным. Ладно. Поехали, выполним вот эту Шангрила, или что Шангрила. Давно этого не было, выполним эту тему тоже. Она довольно-таки интересненькая, да? И, в принципе, можно тогда с тобой и закончить серийку, да? Потому что сейчас, я думаю, ну, время. Час 20, в принципе, там половина сейчас уйдет 100%, то есть минут 30 сейчас. Должно быть минут 30, где-то так. Поэтому нормально, нормально, я думаю, нормально. А, подожди. Вали херна бьяне утеко. Унко сугурка пахару дехе.
Нормально. Так, ладно, погнали тогда туда. Давай, как доеду, я сейчас там уже, собственно. Не заметишь, я думаю, склеечку не заметишь. Поэтому, когда еду, так и включусь. А как вы тут забрались-то, ребята? Даже я просто не могу понять, как сюда забраться. Ну да, прочитаем. Мой дом молитвы, даже их я приду на святую гору мою, и да возрадуются, возрадуются они в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут приняты, как будут приняты на жертвеннике моем. Ибо дом мой назовется дом молитвы для всех людей. Мои двери всегда открыты, и я приглашаю всех детей Господа ко мне в учебный лагерь из Золотопти. Прошу прощения, ребят. Лонгин. Так, хорошо. А как туда забраться-то? Может, мне вы скажете, как-то забраться, или что? Или мне как бы, ну... Как-то забраться-то, блядь? Я сейчас знаю, как я сейчас туда забраться. Сейчас заберемся мы туда. Эти парни в капюшонах быстрее. И... Так не пойдет! Мы не можем это! Это что? Ну, ладно, поехали на ней. Интересно. Сейчас ты узнаешь, как все-таки добраться до того, да? Сейчас я покажу. Так, мы приехали. О. Вот на она, собственно, шедевр эта лодка. Вот на этом мы с вами будем добираться до Тудова. А, тут их два даже. А теперь давай как доберусь, так, собственно, и включусь. Кирпичный завод. Ладно. Мы что, почти подъехали, собственно, на сколько нам? Сейчас 6 метров. Ну, не так долго, собственно. Короче, что я подумал? Блин, нужно, короче, того, эти ванпосты позахватывать, да, будет серик выбрать. Чем, ну, блин, на самом деле, есть ванпосты в плане захватывания такое, типа, да, это растягивает игру, но с другой стороны, ребят, это быстро перемещение, ты оп-оп нажал, все, быстро переместился, а так, пока ты доедешь, пока то, очень много времени пройдет. Вот, а чтобы быстрее проходить игру, да, к примеру, и, ну, больше проходить заданий в одной серии, нужно 100% нам с вами захватывать ванпосты, короче. Что сейчас было? Короче, нам нужно с вами быстрое перемещение, грубо говоря. Вот и все. Вот и все, к этому я это все дело и вел. А, вон, смотри, здесь реально можно забраться, вон, смотри. Ничего себе. Ну, поехали. Может, здесь, кажется, вход туда. На, посмотрим. Ну что, оно может отмечаться, понял? Оно может отмечаться под землей, типа где-то вот в пещере, да. Ниже яруса в пещере может отмечаться эта тема. Вот, сама эта маска или что-то мы собираем. Вот. Пошли, сходим, посмотрим туда. Если что, вернемся.
На, блять. Прости, пожалуйста. Так. Погнали, может здесь? Нет, здесь пещеры самое интересное нет никак. Ой, тихо, 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 кто там? Кабан? Ебать, что происходит? Да, блять. Короче, здесь, видите, ничего нет, значит, где-то под землей. Значит, я шел правильно. Короче, я уже вот добрался до пещеры, вон она прям. Ты слышал, что-то взрывали еще? Короче, вон она находится, прям вон она пещера сама, либо вон она, либо где-то там находится, скорее всего. Погнали, сгоняем, посмотрим теперь уже уж нормально. Что какой-то бред на самом деле это. Так, ладно. Let's go, давай. И, ну. Ну. Поехали. Угу. Так, next, вот сюда нам идти с тобой теперь. Так, дальше как? Ну, хотя здесь явно нет пещеры никакой, да? Да, здесь просто такая скалистая местность. Ну, погнали. Короче, она пока где-то внизу нам, да, собственно, прям вот, ну, под землю пока. Нам нужно найти вход с тобой в пещеру. Погнали вот по этой теме, может, мы сейчас туда и дойдем. Кто знает. Нормально. Может, мы сейчас туда как раз и идем, в эту пещеру. Может, это и есть вход. Сам по себе. Поражай свой путь в Шангрила, находя от Ханка. Обещайте место найти путь, ведущий ко входу в храм. Ну вот, значит, мы идем правильно. Значит, мы идем с тобой правильно там. Где вход-то? Вон он. Да. И как нам туда теперь с тобой добраться, если мы захотим? А, вон. Нам нужно вот сюда с тобой все. Так. О, тихо, 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 тихо. О. Нормально, нормально, нормально. Видит не оно, ну посмотрим, короче. Не удалось приманить животное. Понятно. Бля, просто бежит, по мне попадает. Как ты, бля, бежишь, по мне попадаешь? Алло. Мальчик, все хорошо тебе? Так, погнали. Жано? Дверь Калинунга. Нет, не оно. Это что-то ценное, но не оно. А, не оно, 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 все, оно. Это оно, ребят, это оно. Да, это оно. Это оно. Как примерно там же, где нам показывало. Ну поехали, посмотрим, что там дальше было-то, да? Если нам, конечно, покажут сейчас. Да, нам, скорее всего, покажут. Блин, я надеюсь, не будет больше часа серии. Если будет, ребят, прошу прощения. Я стараюсь... Шангрила проходим. Я стараюсь такие долгие серии не записывать, собственно. Он что-то показывает после этого, то, что было, или что? Рад
Король дал мне просто задание найти Шангела и вернуться. А, это другой же чел. Любопытство подвело на охоту за нищим демоном. Этот Ракшас подчинил себе Шангела. Мой следующий путь связан с судьбой Шангела. Многие посылал король искать Шангела. Подберись к искателю. О, нам лук дадут. Наконец-то. Или это... Подожди, я не понимаю, это тот сначала или другой уже? Мы можем замедлять время, прикинь. Ничего себе. Шангрила лук. Удерживайте. Так, и это чтобы замедлить время. То есть сначала правую, потом левую кнопку мыши, чтобы замедлить время. Время замедляется до тех пор, пока полоса индикатора не дойдет до нуля. Так, вот эта полоса. Хорошо. Полоса индикатора автоматически восстанавливается, когда замедление времени не используется. Хорошо. Так, ну, кстати, ну ладно. Это так он понимает, это Шангрила? Или нет? Не знаю, ладно, погнали. Вот это уже хорошо. Не, ну ребят, я вас так и так взял его курса. Ой, тихо. Опа. На, блядь. Что это? Стрел нам дают. Ладно, погнали. Помоги мне. Бля, как хорошо с луком. Вот это получше намного. Нежели то, что было. Так, тигр у нас. А, не, похуй. Так, у нас с нами стоит тигр. Вот это вот хорошо. Это очень хорошо. Ну, с луком тут намного лучше. Намного лучше. Тут сидит, смотри. Интересно. Можно мне такой лук в это? Обезьянки? Можно мне такой лук вот в обычной игре? Смотри, обезьянки. Погнали, даем. Так. Поехали. Next. Можно там внизу пройти? Вроде нет. Нас с тобой нужно вон туда пройти как-то, да?
Ты сможешь, здесь больше никого не было особо так, потому что мне оно не нужно, так знаешь. На. Угу. Где еще? Бам, нахуй. Бля, классный лук, а можно мне такой в игру? Не просто Шангрила играть, а можно мне такой в игру? Или нет? Так, а где мы? Поверните молитвенный барабан, чтобы освободить храм. Нам же туда нужно идти? Войдите в храм. Где? Поехали. Бам, нахуй. Ой, все, иди в пизду. Пока. Просто пробежал, прикинь. Так. Тихо, тихо, тихо. Ты меня не видишь. О, давай ты на нее. А где он сам-то? Пам, нахуй. Видал, что у меня есть вон того? Фигач того. А чё ты его фигач? Так, ладно, у нас с тобой 48 стрел, собственно. Поехали. Ну, или нам вниз нужно, подожди. Или нам сюда нужно? Нет, нам наверх нужно. А вот что-то, подожди. За что я их убила? Искателя найдено. Что им управляло, подавив волю? Какой-то ракшас выдавил всей силой. Она взрывается, типа, окей. Поехали, next. Угу. Вон того ебаш. А не вот этого. Ебаш того дальнего. Бам, нахуй. Как это такое? О! Погнали так, побежали. О, здорово, салам алейкум. Вот этого ебаш. Блять, что? Тихо. Вот это нужно. А, ну все. Добавили. О, какая тварь.
Тихо. Все, лечимся. Помогай мне. Вот этого. Вот этих хибаш. Куда ты бежишь, мальчик? На, ёпта. А их там трое таких. Нормально вообще. Бля, серьезно, ребята. Это все, что. Блять, что вы? Сколько вас тут, ёпта? Блять, серьезно сейчас. А можно какие-нибудь гранаты там, ну, жесткие, да? Башен того. Давай, баш. Все, пока, пацаны. Чисто под шумок так, знаете. Опа. Кто вообще, какая птица летит, смотри. Орел, типа. Или феникс какой-нибудь. Какая птица летит. Интересно. Это из предыстории, то, что, ну, типа, какая-то предыстория, мифология, что было здесь на этом острове до этого, так правильно понимаю? Как бы мне вот это чуть непонятно, что это вообще, ну, нам показывают. То есть вот Шангри-Ла, что это нам показывает? Типа, что было до этого на этом острове? Или, типа, какую-то легенду об этом острове? Как бы тоже это интересно узнать. Ты где вообще? А, вот дома все. Так, ну, нам осталось с тобой... Получается, если не такие. Раз, два. Ну, три кусочка, три-четыре кусочка нам осталось с тобой с таких забрать, собственно, и все. Навыки доступны нам с тобой. Давай вот мы с тобой на этом как раз таки и закончим. Стики так, на 2 часа. Вот у меня 2 часа вышло, ребята. Вот видео 2 часа сейчас идет, честно. У меня, да, записано 2 часа. Но у вас, конечно, надеюсь, на минут 50, максимум на час там 15. Не более того. Вот, поэтому спасибо за просмотр, когда стрелька была. В принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.